Привет-привет. Сегодня у нас такой видосик. Опять мы снова на стоянке. Позаниматься машиной после рейса. Вчера делали раздел схождения, мосты подровняли. На машине тоже ось была немного кривовато. Сейчас покажу. Что как было, как сделали. Так, по мелочам сейчас подделаем. Ну вот сделали раздел схождения, а то начало резину немножко подъедать. Завтра перекинем баллоны местами. Так, что с осью было? Немного ось была кривовата. Вот сюда, если видно. На развал схождения делаю, там компьютерная диагностика. Сюда шайбочки подставляли. С двух сторон. Сейчас закажем, еще утром придет болт, надо поменять. Здесь тоже все нормально. Здесь болт снять не могли, забили. Это завтра не проблема, поменяем. Вот так вот, подровняли. Сейчас что будем делать в дороге? Хомут. Это, вы видите, как сделали. Резинка порвалась. Пока еще не добрался до магазина купить новую резинку. Пломбой. Крышку закрыл. Заодно на стоянке. Никто ничего не бронит. Сгнил хомут. Цепью. Убрал, чтобы до дома доехать. За вот эту трубу и скручивал болтом таким. Ну, до дома доехали. Сейчас нам пришли такие новые хомутики. Сейчас поставим, чтобы все у нас было четко. И так по мелочам. Проводок от крана отлетел, что-то смотрю, что-то не то с тормозами. Сейчас все сделаем, все наладим, аккуратненько все будет. Ну, покажу, что сделаю, как будет. Ну, вот, ребят, поставили хомутики, теперь глушитель мощно, хоть как лестницу используй. Оба заменили. Поставили недостающие фонарики. Ну, а сейчас займемся. Вот снял, домой забирал. Вот провода на место все уставили. Поставили, сейчас все увяжем здесь аккуратненько. И боковинку недостающую поставим. И будет все так же, как и здесь. Вот эту штуку я ее дома собрал. Вот она у нас лежит. Сейчас мы ее поставим, все доделаем. Все будет четко. Ну вот, ребята, так встал наш уголок. Все нормально. Все четко. Среднюю часть пока не красили. Вот думаю, красить вообще нет. Там вроде как под решетку по все. Ну сейчас морозы. Думаю, летом может вот эту среднюю часть тоже покрасим в цвет красный. И будет смотреться уже нормально. Так, и напоследок хотел кое-что посоветовать. Мне тоже посоветовали. Как бы лайфхачик. Хомутики пластиковые. Обычно отламываются вот эти ушки у них внутри. Вот этой частью поставить стакан с водой на день где-то. И вот эта часть становится как силиконовая, мягенькая. А с обратной стороны остается жесткая. Попробуйте. И тогда уже вот это ушко ломаться не будет. Вот это. Там язычок, ушки. Он не будет ломаться уже. Даже здесь мягенько он получается все. Становится, как в воде постоит. Ну все, всем спасибо за просмотр. Спасибо всем подписчикам. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно комментируйте. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще много чего интересного, чтобы не пропустить видео. Колокольчик нажимайте. Всем пока!